при счете 2-2 последние 10 минут матча «Ракета» действовала с преимуществом. Это было такое указание, чтобы сохранять ничейный счет? Или «Ракета» своим атакующим потенциалом задавила вас? Я уже много раз это говорил. «Порт» лучше играет в контратаках. И мы знали, что момент будет, придет, он, надо его просто дождаться. В принципе, он и пришел. Аразов у нас не попал, когда ему Седрик скинул. Это, в принципе, и решило, да, исход где-то. А вообще закономерный счет матча и была ли возможность у «Порта» зацепиться за очки в этом матче? Ну, закономерно нет, наверное. Я думаю, здесь обе команды рубились и, наверное, закономерно по такой игре была бы ничья. Моменты были как и у нас, так и у них. Тут вот команда сетит моя, что судья там ошибался. «Ракета» жаловал, что там судья ошибался. Он не идеальный человек, да. Он ошибается, все мы ошибаемся. Я здесь, они хотят, чтобы я протестовал. Я пацанам говорю, вообще всем командам говорю, судья ошибается. Ну, игру делают игры футболисты, если не забили, это наша проблема, а не его. Каково это было наблюдать за командой со стороны на поле? Честно сказать, тяжело очень, когда не можешь. Тем более такая игра была, я обожаю такую игру. Это вот ради чего, да, мы здесь играем, не ради первого места, не ради просто участия, а ради вот такого. Я думаю, все, кто здесь были, радовались, я не знаю, на одном дыхании игра шла. Судья тоже, есть, конечно, претензии и с обеих сторон к судье, но судьи, все мы люди же, да, все ошибаются. Я сам на своей шкуре это тоже проверил. И поэтому судья, наоборот, он чуть дает играть, я думаю, сумасшедшая игра. Спасибо сопернику, отличная игра. Да, они могут любому сопернику нервы попортить, они играли очень хорошо, но я считаю, что сегодня это была их лучшая игра. Но так получилось, да, что наша команда сегодня прыгнула на две головы выше себя. А когда ты выигрываешь себя, то иншаллах ты выигрываешь соперников.